небольшой сюжет о том, какой мы построили туалет. Туалет у нас по каркасной технологии. Мы решили, что будет вот такой унитаз. Просто с вариантом типа дырка. И присыпать вместо воды торфом, землей. В данном случае в нашем туалете еще светит солнышко. И пока нет крыши. Вот такой чудесный вид можно увидеть из нашего туалета. Можно посмотреть к соседям. Посмотреть, что происходит за пределами участка. Получается, что у нас пока не туалет, а наблюдательный пункт. Вот каркасная технология. Что? Как вы строите? Что вы делаете? Я строю дом. Туалет. Совета. Пока. Это называется комната созерцания. Отлично. Что сейчас происходит? Что делаете в данном случае? Получается, что созерцать без крыши не очень. Без крыши. Для того, чтобы созерцание стало ясным. Oh.